Ну что, готов? Летчик за летчик. Нет. Погнали. Пиво. На взлет. Твой дрон уже думает, да ну нахуй, блядь. Ёбаный урод, ты куда улетел? Сука, я не вижу нихуя. Эй, сейчас мне пиво на голову прилетит, походу. Поднял пиво. Поднял, он его, блядь, увёз. Эй, пиво верни, блядь. Позвони Брайану. Я полетел к Брайану, блядь. Позвони Брайану, куда? Да его нету. Высокая скорость ветра пишет. Да, потому что у тебя шатает пиво туда-сюда, наверное. Да, точно, да. Слушай, ты хоть записывай там что-то. Я же записываю. Над крышами не летай. И над людьми тоже. Что там за это? Нету трака от Брайана дома? Нет. Нету. Блин, его обратно, я взлетаю, его обратно к земле тянет. Интересно, почему это, да? Бля, залетел, у меня глаз, надо будет прикольнуться соседи потом. Вопрос, вот я говорю, от стыковки как? Ты высоко поднимаешь. А я видел таких дебилов, как ты, уже в интернете. В интернете, да? Они тоже всякую хуйню пытались поднять на дроне. О, а я знаешь, что смотрел? Что? На Украине же вот эти сейчас идут военные операции, это всякие действия. Не говори, да. Они в окопах, короче, сидят и в окопах пакеты срут. А пакеты бросают просто из окоп на землю. Ну, соответственно, все потом это говно нюхают. Так можно использовать так, дроны и скидать их в другую сторону. Внимание, внимание, я извиняюсь. Надо отстыковывать его сейчас будет. Не, не надо резать, зачем ты режешь его? Все. Сопротивляется жукчара. Все. Я больше ничего не додумался. У него есть кнопка Stop Engine, но она в другом режиме работает. Понятно. Круто! Ну, молодец. Осталось технические вопросы порешать, Прикинь, он несет такую полезную нагрузку. Полезно. Ну, прикинь, я не знаю, ну, граната больше, конечно, весит. Ну, сколько здесь? Ну, пол-литра, сколько так, здесь? Кому отправляем? В СУ или в российские войска? Так, 355 миллилитров. Ну, что, надо открыть? Попробовать. А, согрелось? Ой, какой вкусный. Сверху там не согрелось? Охладилось. Надо было окунуть водичку в озере где-то. И потерять дрон. Ах, класс.